Акция прошла 25 июля. Ее цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята подготовили письма с обращением к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах и снижать скорость перед пешеходными переходами. Письма получились интересными и разными по манере. Некоторые получились очень трогательными и отражали детские переживания. Этой акции ребята хотели выразить свое отношение к тем, кто подвергает опасности их жизни, жизни их друзей, родных и близких. Это очень полезная акция. Водители, возможно, задумаются о своем вождении и станут лучше водить. Дети не будут так очень сильно стесняться подойти ко взрослым. И водители, может быть, задумаются о том, ну, о их самом вождении. Все водители, которые останавливались, с большим вниманием отнеслись к их просьбам. Десногорские школьники регулярно проводят акции по безопасности дорожного движения на улицах города. В дальнейшем будем также проводить данные мероприятия. В связи с тем, что с 25 по 30 на территории Смоленской области проводятся мероприятия по снижению так же самого детского дорожно-транспортного травматизма и нарушения правил дорожного движения. Надеемся, что письма будут внимательно прочтены адресатами и на дорогах нашего города не будет автокатастроф.